Напряжение смесь Е10. Вы можете спокойно заправлять машину и ехать. Активизация выработки биотоплива предполагает производство большего количества водорослей. В рамках европейского проекта развития получили специализированные фермы по разведению водорослей. С ними ученые надеются в 100 раз сократить затраты на производство биотопливных смесей. Одновременно морские водоросли могут стать основой для производства широкой линейки продуктов. Когда мы начинали этот проект пару лет назад, мы работали с квадратными метрами площадей, где росли водоросли. Сегодня мы занимаемся гектарами. В ближайшее время выйдем на квадратные километры. Сегодня цена за литр биотоплива на основе морских водорослей слишком высока. Возможно, оно стоит в 100 раз больше традиционного топлива. Но по мере роста масштаба производства цена будет снижаться. Мы войдем в ценовой сегмент, который сможет конкурировать с традиционными видами топлива. По оценкам ученых, биотопливо из водорослей станет рентабельным в течение 25 ближайших лет.